Меня зовут Денис Деркач, я работаю в вышке на факультете компьютерных наук в лаборатории методов анализа больших данных. Я сегодня расскажу про Большой Адронный Коллайдер, что конкретно происходит, но скорее лекция будет посвящена тому, как мы пришли к строительству Большого Адронного Коллайдера и какие первые результаты, вы увидите, что это действительно первые результаты, были получены и что мы ожидаем в будущем. Начнем с обычного человека. Да, у нас у человека обычно есть много-много мыслей. Не знаю, где обедать после этой лекции, в том, что столовая закрыта, или куда пойти сегодня вечером. Вот. Ну, иногда бывают такие мысли, которые гораздо более фундаментальны. То есть, например, из чего состоят вещи вокруг нас. И как вот то, что происходит вокруг нас, как это все началось и куда это все движется, чем закончится. И вот для того, чтобы ответить на такие фундаментальные вещи, мы начинаем заниматься, на такие фундаментальные вопросы мы начинаем заниматься физикой. Вот. Давным-давно, когда я был маленький, мне родители подарили какой-то такой конструктор. Он немножко был попроще, чем этот, вот. Но сама идея была примерно такая же. В этом конструкторе было много-много маленьких кусочков, из которых можно было сложить дом, можно было сложить какого-то человека, корову, может быть, там кусочек травы там, или что-то еще такое. И каждая вещь действительно состояла из маленьких вещей. Каждая вещь состояла из маленьких частей. Что же делать, если мы хотим узнать о меньших вещах? Ну, вот, как я был маленький, я взял молоток и начал стучать по этим маленьким вещам и посмотрел, что там внутри было. Вот. Но внутри ничего не было, и, в общем, мне, наверное, немножко попало. Но, тем не менее, желание посмотреть, что там внутри, оно у меня осталось. И оказывается, что я был не один такой, который пытался понять, что там внутри происходит. И на самом деле оказалось, что гораздо проще не брать молоток, а попытаться эту вещь, которая внутри, для того, чтобы понять, что внутри вещей, оказалось проще его сталкивать или швырять об стену или что-то еще такое. Ну, например, вот если мы хотим узнать, что находится внутри ягоды, мы можем столкнуть ее с другой ягодой, там, например, возьмем клубнику и ежевику, и посмотрим, начнем сталкивать их, и что из этого получится. Но обычно получается, если вы сталкиваете не слишком сильно, то с ними ничего не случится, то есть вы просто найдете ту же самую клубнику, ту же самую ежевику, может, немножко помятую. Вот, если скинуть сильнее, то у вас получится что-то типа такого варенья. Так вот, оказывается, что в микромире все немножко сложнее. То есть, если продолжать аналогию клубники и ежевики, то сталкивая долгое время эти две из возвращающей энергии, эти две ягоды, мы можем все так же получать варенье, а можем внезапно на месте столкновения обнаружить, например, грушу или какую-то вещь, которой там никогда не было, рыбу. То есть такая вещь, которую вы никогда не ожидаете увидеть на месте столкновения двух ягод. Самое главное, что в отличие от обычного мира, эти частицы, эти, вот, например, в данном случае груша или рыба, они на самом деле не существуют вокруг нас. В микромире большинство вещей очень обычные. После столкновения рождаются те вещи, те частицы, которые на самом деле не существуют вокруг нас. И оказывается, что в реальности они существовали в самом начале Вселенной. То есть мы можем добиться таких условий, что сталкивая две частицы, два компонента каких-то, мы можем добиться условий, которые покажут, как выглядела Вселенная в самом начале нашего пути. И вот сегодня, то есть мы знаем, физика высоких энергий, она
позволяет нам посмотреть на вещи, которые происходили после, сразу после Большого взрыва. То есть если Большой взрыв — это самая левая часть картинки, вот там вот такая маленькая, после этого пошла очень быстрая инфляция, и оказывается, что ускорители позволяют нам заглянуть во времена в районе 10 в минус 10 секунд, 10 в минус 4 секунд после Большого взрыва. То есть мы можем воссоздать такие условия, которые были в это время. Как это все начиналось? Начиналось это все довольно давно, и начиналось, наверное, с тех вещей, которые вы прекрасно знаете. Это эксперимент Гейгера-Марсдена или эксперименты Резерфорда. Вот, в то время, когда начинались эксперименты Резерфорда, стандартной считалась модель атома, которая называлась модель Томпсона или модель пудинга с изюмом. То есть весь атом положительно заряжен, а электроны распределены по всему объему атома такими вот вкраплениями. И мы, соответственно, говорили о том, что в принципе, если мы направим на нее какую-то частицу, то она каким-то образом пролетит и практически не отклонится, вне зависимости от того, как она летела. Резерфорд, на самом деле, немножко после первых своих опытов, он предложил планетарную модель. То есть в центре тяжелое ядро, вокруг летают электроны. Вот. Ну, это такая достаточно известный эксперимент, который описан в учебниках физики. Что нам важно помнить об этом эксперименте в этой лекции, это то, что на самом деле это один из первых экспериментов по изучению структуры с помощью налетающих частиц. То есть что мы сделали? Мы взяли какие-то частицы, там, альфа-частицы в данном случае, и попытались их направить на золотую фольгу и изучить, что происходит при налетании частиц на золотую фольгу. То есть фактически мы сделали мы взяли какой-то источник и направили частицы в нужное место. То есть практически то же самое, что вот мы делали в детстве, то, что я делал в детстве, да, то есть я попытался что-то разбить, вот, точно так же мы пытались разбить вещи, но дело в том, что здесь энергии были не очень большими, и разбить не получилось. То есть это вот тот первый эксперимент, который у нас был, это когда мы сталкивали клубничку и ежевичку, а там было недостаточное количество энергии, и они просто остались лежать на том месте, где столкнулись. Это вот примерно такая же штука. Вот. И еще интересно то, что с точки зрения Резерфорда, с точки зрения Гейгера, это был даже не совсем ускоритель, это, вообще говоря, был немножко замедлитель. То есть они брали источник энергии, источник альфа-частиц, который в последнем эксперименте был радон, и пытались пропустить альфа-частицы через какие-то замедлители, через слюду, и смотрели, как изменяются результаты экспериментов в зависимости от скорости, от энергии частицы налетающей. Вот. Вот этот эксперимент и совместно с экспериментом Томпсона позволило нам отвергнуть предыдущую стандартную модель атома и предложить вот эту вот модель, которая получила название планетарной модели или модели Резерфорда. Ну, естественно, после того, как эти эксперименты были достаточно успешны, оказались достаточно успешными, люди кинулись делать какие-то такие эксперименты подобного типа, то есть они попытались изучить, как сделать более интересные эксперименты, что можно еще обо что ударить и что можно изучить в связи с этим. И это дало толчок сразу технологии ускорителей. Первые ускорители, которые были, это такие ускорители, основанные на статических генерациях, вот, например, генератор Вандерграфа. То есть это такая штука, которую сейчас, наверное, вы в основном видите в музеях. Да? Это вот когда вы пытаетесь сделать молнию вручную, там стоят такие большие два шара, и вы пытаетесь там накачать так статическое электричество, чтобы произошел пробой, и вы видите какую-то молнию. Вот. Эти генераторы, их также пытались использовать для ускорения частиц, но беда генераторов в том, что на самом деле, вот посмотрите, здесь достаточно маленький генератор, достаточно маленький ускоритель, я потом поясню, почему он маленький, в смысле маленький с точки зрения энергии.
ускоритель. И посмотрите, вот там вот есть человек, вот с левой стороны, он уже стоит, то есть размер вот этого ускорителя уже сильно выше, сильно больше, чем человеческий рост. И, в общем, это был, в общем, из-за этого, в том числе, оказалось, что нам не так интересно эти ускорители, и люди начали думать о каких-то других типах ускорения. В частности, они придумали линейные резонансные ускорители. Так, сейчас. И? Так, ладно. И суть линейных резонансных ускорителей заключается в том, что они обладают большей возможностью ускорять заряженные частицы, потому что они пытаются ускорить частицы, проходящие через линейный ускоритель в правую сторону, с помощью изменяющегося поля. Сейчас, одну секундочку. Вот, вы видите сейчас, как проходят частицы, и, соответственно, каждый раз, как только какая-то заряженная частица подходит к одному из элементов ускорителя, меняется поле, и за счет этого получается гораздо более быстрый разгон частиц по сравнению с предыдущим ускорителем, у которого было просто статическое поле. Вот, и такие ускорители были придуманы где-то в районе 20-х годов, и первые модели были сделаны в районе 40-х годов. До 40-х годов, на самом деле, реальной ускорительной техники не существовало. Существовали какие-то вот генераторы типа Ван де Граффа или что-то еще такое, но они не были сильно применимы в физике частиц. Следующим шагом для ускорителей было придумать циклические ускорители. Это, соответственно, проблема линейных ускорителей заключалась в том, что для того, чтобы сделать очень большое количество энергии, для того, чтобы вам необходимо пропустить частицу через очень большое количество последовательных элементов, это, соответственно, нужно было очень длинный стол или там большое длинное здание, либо дальше очень большую длинную канаву и так дальше. И показалась хорошая идея, чтобы взять и сделать циклический ускоритель, то есть заставить частицы пролетать через одну и ту же трубу, через одно и то же ускоряющее поле, но делать это по кругу и, соответственно, заставить их крутиться внутри ускорителя до тех пор, пока мы не достигнем нужной энергии. И вот посмотрите, вот это вот, то есть они были придуманы, на самом деле, предложены в 20-х годах, первые были построены в 40-х годах, бетатрон, построенный в 42-м году в Берлине. И вот этот ускоритель, который умещался на столе, то есть стол чуть побольше, чем этот, ну вот примерно такого, да, типа, он мог разгонять частицы до энергии, которых генератор Ван дер Граффа, который я вот на предыдущем слайде показывал, который был сильно выше человеческого роста. То есть уже таким образом мы получили какую-то технологию, которая позволяла нам достаточно сильно ускорять частицы, но мы все еще не могли ускорять частицы до такого момента, что до такой энергии, что, чтобы использовать реальности эти ускорители для изучения микромира. Забавный момент, что вот этот вот, примерно такой же ускоритель, одна из студенток Фредерика Жолио-Кюри перевезла в Японию на своих плечах. То есть когда в Германии проиграла во Второй мировой войне, она была в Берлине, ее отправили в Японию. И что она взяла с собой? Она взяла с собой маленький ускоритель. Вот. И таким образом она перевезла, тогда не было вот этих комфортабельных перелетов из Берлина в Токио, да, она приехала в Москву, из Москвы по Транссибу поехала с ускорителем на плечах, и таким образом фактически она с нее стартовала ускорительная программа Японии. То есть она привезла первый образец технологии в Японию по ускорителям. Вот. Ну, вернемся к строению вещества. И в 1919 году уже с помощью каких-то более-менее простых ядерных реакций Резерфорд открыл протон.
Что он сделал? Он взял, столкнул два ядра и посмотрел, что, одно из, что в результате из одного из ядер выпадает один протон, который был, оказался ядром водорода. То есть фактически он перешел ко второму пункту вот нашего плана столкновения ежевички и клубнички, когда ежевичка и клубничка разбиваются, и мы можем видеть, что там внутри. И мы увидели, что внутри там протоны. Вот, но количество протонов, мы знали уже их массу, и количество протонов было недостаточно для того, чтобы понять, что, понять, почему ядро имеет такую массу. Поэтому было сделано предположение, что на самом деле есть не только заряженные частицы, но и нейтральные частицы. И действительно, в 1935 году Чедвик открыл нейтрон, и, в общем, по большому счету, Вселенная была закрыта. То есть, как бы мы знали, из чего состоят все вещи. Они состоят из электронов, нейтронов, протонов. Ну, еще какая-то нужно было понять, только как нейтроны и протоны связаны в ядре, и все, теория завершена. То есть, где-то в этом районе уже считалось, что физики делать больше нечего, теоретической физики больше делать нечего. Точно так же, как считалось до этого, когда была предложена модель ядра Томпсона. Вот как же связаны в ядре, как же связаны в ядре протоны и нейтроны? Оказалось, что они связаны такими взаимодействиями, вернее, было предложено, что они связаны такими специальными частицами взаимодействия. Ну вот, скажем, чтобы понять, как это все происходит, то есть предположим, что у нас есть два игрока в шайбу, и один другому передает шайбу, то есть, соответственно, ударяет, а второй эту шайбу принимает. И оказывается, что и первый, и второй, они начинают разъезжаться. То есть для человека, который смотрит снаружи, и если он, например, не видит шайбу, то будет казаться, что эти два игрока отталкиваются друг от друга. На самом деле там есть какой-то обмен взаимодействием, который происходит через вот эту шайбу. Точно так же можно представить себе пример, который будет показывать про притяжение между двух игроков. Вот. И такой пример предложил японский физик Юкава, и он предложил наличие специального переносчика ядерного взаимодействия, который назвал мизоном. Вот, и у нас, соответственно, Вселенная стала еще проще. То есть у нас есть ядро, в смысле, есть атом, в атоме есть ядро, и вокруг него вращаются электроны. В ядре ядро состоит из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны связаны с помощью обмена мизонов. Все, больше там ничего нет, все очень просто. Все, и даже больше того, в 1937 году Андерсон нашел новую частицу в экспериментах с космическими лучами. То есть, как я говорил, ускорители были еще не на такой высоте, и как развивалась физика частиц, мы просто находили гору повыше, ставили туда какой-то детектор, не знаю, там пузырьковую камеру или что-то еще такого типа, и смотрели, что происходит, какие частицы прилетают к нам из космоса. Обычно частица, прилетающая из космоса, наталкивалась на какой-то элемент конструкции, неважно какой, и она порождала другие частицы. И вот эти вот порожденные другие частицы, мы их изучали. То есть, соответственно, мы не могли точно сказать, что к нам прилетело, с какой скоростью к нам прилетело, но мы точно знали, что вот что-то там происходило внутри, в плоскости вот этого вот нашего детектора. Вот. И вот в 1937 году, на самом деле вот странно, там 37-й год Андерсон нашел новую частицу, но на самом деле статья датируется 33-м годом, и нашел ее Кунзе. Ну, так вот получилось. Андерсон за новую частицу получил Нобелевскую премию, а Кунзе нет. Вот. И что увидел Кунзе, это то, что вот снизу, если вы увидите такой вот тоненький трек, это электроны, а сверху это такие вот мюоны. Ой, извините, не мюоны, это какие-то частицы. Они оказались тяжелее, чем электроны, но легче, чем протоны. И на самом деле оказалось, что это ровно то, что предсказывал Юкава. Юкава говорил, что посчитав размер атома, посчитав размер ядра, который он видит, он говорил, что частицы должны быть примерно в районе в 200 раз более тяжелые, чем электрон. Что Кунце, что Андерсон получили что-то вроде 200. Немножко больше, но, в общем, это вполне себе согласовывалось с предсказаниями модели. Эта модель, и вот получилось, что у нас есть модель, которая имеет предсказательную силу. Прикольно. Но оказалось, что когда начали изучать эту частицу, оказалось, что эта частица не вписывалась в стандартную теорию ядра.
То есть она не играла никакую роль во взаимодействиях, она ничего не могла заниматься тем, что она притягивает, связывает между собой нейтрон и протон внутри ядра, и она вообще не вписывается ни во что, никуда. Вот, и вот один из нобелевских лауреатов, Исидор Раби, он, в общем, на докладе сказал, кто вообще это заказывал, зачем нам это все нужно, потому что у нас такая встроенная система, да, у нас стандартная модель, в которой есть нейтрон, протон, электрон, все. А тут внезапно какой-то нашли частицу, ее назвали мимизон, и она никуда не вписывалась. Ну, про нее не то, чтобы забыли, но это вот как вот случилось в 1933 году с Кунце. То есть они сказали, ну да, ты что-то нашел, но это не вписывается в нашу модель, ну давайте будем считать, что это какая-то ошибка эксперимента. Вот, ну, после 1937 года там началась Вторая мировая война, что, и, в принципе, довольно большое финансирование пошло в ядерную физику после, там, после 1945 года. И в 1947 году тоже в экспериментах с космическим излучением Паулин нашел нужную частицу, это было пи-мизон, он вел себя ровно так же, просто по некоторым случайным стечению обстоятельств пи-мизон и мю-мизон, они имели примерно одинаковую массу. То есть мы нашли мю-мизон раньше, чем пи-мизон, просто так случайно получилось, и приняли. Ну, и все сказали, все, отлично, смотрите, теория готова, мю-мизон, про мю-мизон немножко подзабудем, ничего страшного не произошло. Больше того, в 1948 году частица была найдена в ускорительном эксперименте, все, торжество, в модели взаимодействия Веккавы, мы закрыли физику, точка. Но, как всегда, оказалось, но. В том, что в самом 1947 году была найдена частица, которая не полностью вписывалась в предыдущую концепцию. Поэтому ее назвали странной частицей. То есть это частица, которая вела себя не так, как нам хотелось, чтобы она себя вела. Исходя из нашей теории. Во-первых, у нее была какая-то очень специфическая масса. Она была в два раза легче протона, но при этом в два с половиной раза тяжелее, чем пи-мизон. То, что мы никогда нигде не ожидали. И, в общем, в принципе, ее, наверное, ждала такая же судьба, как предыдущий мю-мизон. Но, в общем, оказалось, что в 1950 году люди нашли другую частицу, которая внезапно оказалась лямбда-0. И эта частица уже было сложно игнорировать. У нас оказалось К-мизон, потом лямбда-0 барион. И здесь не очень хорошо видно. Больше того, эти частицы были позже повторены в ускорительных экспериментах. То есть ускорительные эксперименты попытались воспроизвести, что происходит в космических лучах. И оказалось, что они тоже могут получить новый тип частиц, который назывался лямбда-0. И оказалось, что он совершенно не вписывается в то, что было раньше. Лямбда-0 не было нигде, ни в каких ядрах. То есть в наших моделях ядер нету лямбда-0, нету колонов, нету камизонов, ничего нет. И что произошло? Что для того, чтобы у нас было несколько теорий, для того, чтобы объяснить это все дело, включая введение нового квантового числа, которое называлось странность. Вот странная частица, там типа получилась странность какая-то. Как всегда, мы нашли новую частицу, к этому было приковано большое количество внимания, и поэтому люди начали делать такие специализированные эксперименты, как можно больше экспериментов, чтобы понять, что происходит вообще вокруг. Оказалось, что этих частиц, которые не вписываются в нашу концепцию, их на самом деле десятки, а то и больше. То есть просто практически каждый год открывалось по несколько частиц, которых не было внутри ядра, которые мы не знали, откуда они появились, не знали, что происходит. И, в общем, начались какие-то проблемы с той стандартной моделью, которую мы ввели. Она была такая хорошая, но, к сожалению, вот она перестала описывать то, что происходило. Вот. И, в общем, например, вот есть книжка «Силы в природе» 1969 года. Там писали, это такая для популярная книжка про физику, и они говорят, что вот 32 частицы, это слишком много для того, чтобы быть элементарными. То есть мы называем элементарные частицы все такие частицы, которые маленькие, ну, то есть как бы, которые вот каким-то образом связаны с ядерными реакциями, но их уже 32, которые достаточно долго живут. А еще есть резонансы, еще есть какие-то частицы, которые очень быстро распадаются. И кажется, что мы что-то не понимаем в нашей модели. То есть наша модель не дает нам правильных предсказаний. Вот эта вот вся проблема продолжалась, и на самом деле продолжалась и после 64 года. Вот, но в 64 году Гелман и отдельно Цвейг придумали такую концепцию.
в котором говорилось, что это был революционный концепт по тем временам, что на самом деле протоны, нейтроны и все частицы, которые мы видим, за исключением электронов и мемизонов, которые мы видели тогда, они состоят из маленьких частей. Маленькие части назывались кварки. Значит, все части, соответственно, для того, чтобы объяснить, почему мы видим вот эти вот протоны, а не их составляющие, нам пришлось сказать, что кварки не встречаются в свободном состоянии, они всегда связаны друг с другом, с другими кварками, так, чтобы образовать бесцветную комбинацию. Бесцветная комбинация называлась комбинация, например, из трех кварков красный, синий и зеленый, или из кварка и антикварка, вот, например, как в пимезоне. При этом очень тяжелые частицы, те частицы, которые были очень тяжелыми на тот момент, они назывались барионами, они состоят из трех кварков. Мезоны, которые были среднего массы, они состояли из кварк-антикварковой пары. И, кроме того, постулировали, что переносчиком сильного взаимодействия, помните, да, теорию вот эту вот, то, что там про шайбы, про игроков, переносчиком сильного взаимодействия являются глюоны. Статьи вышли в 64-м году, по-моему, про глюоны вышли вообще в 62-м году. И на самом деле оказалось, что люди опять же прочитали и все забыли. То есть, как бы ничего, то есть, типа, это не вписывалось опять же в предыдущую концепцию, все, забудем об этом. И так продолжалось довольно долго, а на самом деле продолжалось так 11 лет аж. Нет, 9 лет от 64-го года и 11 лет от того, как придумали глюон. Между этим Глэшоу и вот с этими товарищами, Лупулос и Маяни, они делали какие-то теоретические прикидки, и оказалось, что для того, чтобы наша теория была хоть как-то не противоречива, нам необходимо, чтобы у каждого кварка была пара. И, например, кварки, которые были вот перед этим введены, это up и down кварки, из которых стоит протон и нейтрон, они очень естественно получали свою пару. То есть у up была пара down, у down была пара up. Прикольно. Но у нас был кварк, который должен был объяснять странность тех частиц. Помните странные частицы? Он назывался странный кварк. Соответственно, что предсказали Глэшу с товарищами, это то, что должен существовать не только третий кварк, но еще и четвертый кварк. То есть не может быть такого, иначе наша теория начнет рушиться, и все будет очень плохо. И они предсказали, на самом деле это было предсказано где-то тоже в начале 70-х, сильно до эксперимента, и сказали, что должен быть еще один кварк, и было бы неплохо его найти. Но проблема с кварками, мало того, что их трудно найти, потому что они не встречаются с... они не встречаются... отдельно от всего остального, ну, отдельно от других кварков. Еще была проблема в том, что мы не знали точной массы. Мы знали, что он существует, но мы не знаем точной массы. И вообще, в принципе, в стандартной модели есть некоторые проблемы с массами, как мы потом увидим. То есть, как бы, вот опять же, вышла статья, за которую потом получили Нобелевскую премию, но потом про нее все забыли. И в 73-м году, на самом деле, что происходило? Происходило примерно следующее. Было два электрон-позитронных коллайдера, с одной стороны электрон, с другой стороны позитрон, они сталкиваются, там что-то смотрят, и их просто, ну, их не то что настраивали, они сканировали энергии какие-нибудь. Вот, и внезапно они почти одновременно, ну и в итоге решили, что сделать одновременно, обнаружили частиц, которая сейчас называется GPSI, на самом деле в Брукхевене, так, в Брукхевене нашли частицу J, а в Стэнфорде Psi. Psi ее назвали, потому что она очень похожа на букву Psi греческую. Вот смотрите, ее распад в пузырьковой камере, он очень сильно напоминал на букву Psi. Вот. Но так как открытие было почти одновременное, то физики решили, что это будет одна частица, и она будет называться вот, так, вот таким двойным названием. Вот. Что важно, что нашли частицу, которая состояла на самом деле из двух кварков, которые были заранее предсказаны.
То есть появилась предсказательная сила у той модели, которую все считали на самом деле просто шуткой, которая из кварков. С тех пор люди начали заниматься стандартной моделью, они начали делать все больше и больше предсказаний. Был предсказан D-мезон, был предсказан все остальные мезоны. Были, и что интересно, что довольно много предсказаний сбывались практически сразу же. То есть как бы вот ты предсказал, и как только доступен эксперимент, эти предсказания ты наводишь в нужное место свой ускоритель и видишь, что там находится тот самый мезон, который ты ищешь. Вот. Были и проблемы. Ну, там вот, например, проблема эксперимента Тристан. Это один из первых больших экспериментов в Японии. Они пытались найти топ-кварк, который был уже предсказан, что существует шестой кварк в модели, но, как я сказал, в стандартной модели есть проблемы с массами. Мы не знали, где массы. Поэтому японцы сделали ставку. Они сказали, что топ-кварк должен быть между 40 гэвами и 65. И они попали в то место, где вообще ничего нет. То есть они на протяжении 10 лет измеряли ничего. То есть как бы вот так вот получилось. А они сделали очень хорошую машину, но такое тоже бывает. При этом они сделали, конечно, свой вклад в развитие знаний и технологий, и потом на этом месте построили новый ускоритель, который уже открыл новые вещи, например, ЦП-нарушения. Вот, и после открытия кварковой модели оказалось, что делать предсказания с помощью кварковой модели очень легко и просто. И вот посмотрите, очень много частиц было обнаружено уже в конце 70-х, начале 80-х, в связи с тем, что мы поняли, из чего состоят вещи, по крайней мере, на тех энергиях, которых мы можем достать. Финалом всего этого было открытие топ-кварка, шестого кварка, который завершал кварк, по современному представлению, завершал кварковую семью. Таким образом, в общем, где-то в районе вот 80-х годов мы начали называть вот эту модель, которая кварковая модель, она начинала называться стандартной моделью. То есть она стала просто стандартной. То есть если ты считаешь уже не в стандартной модели, то ты уже немножко странный. Сейчас мы знаем, что у нас есть четыре типа взаимодействия, то есть исходя из этого. И эти четыре типа взаимодействия, три из них мы можем описать, по крайней мере, частично описать с помощью каких-то вычислений в квантовой теории поля, и они точно базируются на вот стандартной модели, то есть на том, что всякие элементарные частицы состоят из кварков, и что кварки там не вылетают из своих элементарных частиц, и, в общем, на вот этом всем. Самое главное, что первые три силы — это сильная ядерная сила, электромагнитная и слабая, они описываются более или менее похожими выкладками, и по большому счету они очень близки друг к другу, так что мы считаем, что когда-нибудь, рано или поздно, если мы построим достаточно большой коллайдер или увидим что-то очень сильно интересное в космосе, мы, безусловно, увидим, как эти силы, на самом деле, что это силы на самом деле одно и то же, просто мы не умеем их сейчас искать. Отдельная проблема с гравитацией. С гравитацией мы ничего делать не можем. Гравитация, наверное, будет посвящен следующий доклад. Но мы пока что ничего не можем сделать в стандартной модели с гравитацией. Были много попыток, придумывали гравитон как частицу, которая обменивается тела, взаимодействующие. Но гравитона так и не нашли, и, в общем, не очень понятно пока что, что с этим делать. Стандартная модель стала немножко сложнее, чем изначально, то есть это просто ради интереса. Там есть много аддитивных членов, которые отвечают за каждую конкретную вещь, там, например, введение масс какие-то смешивания, матрицы смешивания кварков, там все прочее. Но самое главное, что мы вот это сложное уравнение, мы на самом деле решаем его очень сильно по частям, потому что если мы думаем про слабые взаимодействия, мы рассматриваем какие-то конкретные части энергии. Если мы думаем про сильные взаимодействия, мы рассматриваем какие-то другие части энергии. То есть мы на самом деле умеем факторизовать это очень легко, и никто такими уравнениями не пользуется. Вот, стандартная модель сегодня, она выглядит примерно так. У нас есть три поколения кварков. Up-down, который мы давно узнали, Charm и Strange Quark, которые были открыты
сразу же, Strange сразу же, Charm предсказан. Топ и Bottom Quark, они тоже были предсказаны, и оказалось, что, в общем, что у нас есть три поколения. Есть лептоны, в которые входит электрон мюон, который мы открыли очень сильно давно, и тау-лептон, который был тоже открыт чуть позже. Есть нейтрино, которые входят тоже в поколение, они организованы тоже такими поколениями. Переносчики сил — это фотон, Z-бозон, W плюс-минус бозон для электрослабых взаимодействий и 8 глюонов для сильных взаимодействий. В общем, вот тут зелеными квадратиками обозначены те частицы, которые были предсказаны в стандартной модели. То есть, вы видите, мы предсказали с помощью стандартной модели практически половину вещей, которые мы знаем сейчас, что, в общем, довольно неплохо для модели. Angium я написал тау-лептон, потому что он тоже был предсказан, но не совсем, то есть это не совсем была стандартная модель, это они сказали, а что если? Вот, ну и оказалось, что действительно так получилось. Вот. И единственная частица, на самом деле, которая не была открыта в стандартной модели до 2010 года, чуть позже, но неважно, это была частица, которая называлась бозон Хиггса. Значит, в чем проблема? Проблема заключается в том, что вот эти вот все выкладки в стандартной модели, они не говорят о том, откуда приходит масса и вообще, что существуют массивные бозоны, переносчики взаимодействий. Много раз пытались каким-то образом внедрить эту массу в стандартную модель, но в итоге победившая модель оказалась предложена Питером Хиггсом и Франсуа Энгельтом. И она заключалась в том, что, в общем, все частицы, которые должны иметь массу, их масса генерировалась с помощью какого-то взаимодействия с полем какого-то Хиггса. Вот. И, соответственно, чем сильнее взаимодействие, тем частица тяжелее, с которой он взаимодействует. Ну и, соответственно, получается, что именно Хиггс отвечает за многие массивные частицы. Почему изначально мы были уверены, что массивные частицы существуют? Да, потому что мы нашли это в коллайдере. То есть мы взяли коллайдер и померили массу частиц, которые нашли, и оказалось, что она сильно не ноль. Например, у Z-бозона масса была в районе 90 ГЭВ. Это очень сильно не ноль. То есть он был в 90 раз тяжелее, чем протон. Вот. В какой-то момент, на самом деле это было сильно раньше, чем Большой Адронный Коллайдер, занимались поиском вот этого бозона Хиггса прямо с того момента, как только поверили в стандартную модель, то есть где-то в 70-х годах. Но, как я сказал, у нас есть проблемы с стандартной моделью, что у нас все массы как-то варьируются, то есть мы, честно говоря, не знаем, как делать. Соответственно, план нахождения бозона Хиггса такой: первый — разогнать, столкнуть что-нибудь, а потом зарегистрировать рожденные частицы и посмотреть, что вылетело, может вылетел бозон Хиггса. Проблема заключается в следующем, что в реальности обычно, когда вы разгоняете и сталкиваете, вылетает много вещей, которые вы уже знаете, которые вам совершенно неинтересны. Поэтому нам необходимо было понять, как отобрать этот бозон, как отобрать распад этого бозона и, соответственно, оптимизировать наши детекторы под то, чтобы найти распад этого бозона. Просто ради интереса, чтобы понять, насколько это сложно. Интересные частицы рождаются в столкновениях очень редко. Вот обычно мы работаем сейчас на коллайдерах, примерно с такими порядками, что мы ищем одну секунду в течение всей человеческой жизни средней. То есть это очень редкие события. Вот, поэтому мы постараемся просматривать большое количество столкновений протонов, максимизировать количество интересных событий и агрессивно подавлять неинтересные события. Опять же, они неинтересны, потому что мы их сейчас не ищем. Возможно, они когда-нибудь будут интересны, может быть, там что-то еще будет. Об этом расскажут через 2 недели.
А я продолжу про результаты, которые получились. Собственно, мы начали с того, что построили большой адронный коллайдер. Он был построен, на самом деле, его специально не копали, там уже был коллайдер до этого. Коллайдер, который был до этого, он сталкивал электрон-позитрона. Обычно сначала строят электрон-позитронный коллайдер, после этого строят протон-протонный коллайдер, потому что меньше от электрон-позитрона меньше загрязнения просто. Коллайдер находится под Женевой. Вот ради интереса, вот это вот Женевский аэропорт. Он такой довольно, причем это большой аэропорт, то есть он принимает любые самолеты. То есть это очень большое сооружение. Оно находится все под землей, потому что, ну, радиация в меньшей степени, потому что права на землю было очень дорого покупать, поэтому во Франции, Швейцарии права на землю, собственность на землю заканчивается по-моему, 80 метрах под землей, а они построили на 100, ну, чтобы... Поэтому это все построило, в том числе и поэтому это построено было под землей. В большом адронном коллайдере летят сгустки частиц. Мы не сталкиваем отдельные два протона, потому что это слишком дорого. Что мы делаем? Мы берем один сгусток, в котором 10 в 11 протонов, второй сгусток 10 в 11 протонов, сталкиваем их, и вдруг что-то столкнется. Ну, 10 в 11, 10 в 11 с другой стороны, это довольно большое количество. В принципе, обычно что-то сталкивается. Пересекаем эти пучки на встречных курсах. Мы со скоростью 40 миллионов раз в секунду, с частотой 40 миллионов раз в секунду. И получается, что, в общем, у нас мы гоняем примерно вот 280 триллионов частиц, которые летают со скоростью света, почти со скоростью света внутри кольца. Энергия, запасенная в пучках LHC, вот она обычно сравнивается с садящимся Airbus. Я вот не очень хорошо это понимаю, но из интересного, например, пучки запускаются где-то, хорошие пучки, если все хорошо получилось, запускаются раз в 24 часа. Потому что мы начинаем сталкивать 10 в 11, и оно потихоньку так часто сталкивается, что в итоге получается примерно в каждом гуске в итоге получается 10 в 9. То есть сильно, сильно меньше пучков, через 24 часа остается только 10 в 9 в каждом, 10 в 9 протонов в каждом сгустке. И пучки после этого нужно скидывать. Скидывают это таким образом. Там стоит магнит, который говорит пучкам: уходи в землю. То есть он просто направлен на землю, там какими-то поворотами. В конце стоит большой графитовый стержень, вот, по-моему, что метров 10-15, вот он просто вот полностью графит. И когда в него влетает пучок, он разогревается до красна. То есть, чтобы понимать, насколько большая энергия, то есть вот таким вот образом. И шум, на самом деле, можно даже послушать, зайти на сайт CERN и послушать шум вот влета протонов в макрообъект, и он действительно существует. Шум был такой, что на самом деле люди первое время первоначально боялись, что собаки на поверхности будут слышать и просыпаться по ночам. Поэтому это была некоторая опасность с точки зрения экологии, скажем так. Вот. Ну, представляете себе, каждый раз собаки ночью просыпаются. На большом адронном коллайдере у нас есть 4 цифровые камеры. Как я говорил, под землей, они находятся сильно под землей. И просто ради картинок, то есть, как бы вот каждая камера, то есть цифровая камера, она состоит из многих-многих слоев. И вот просто ради интереса, вот собор Василия Блаженного, вот детектор CMS рядом с ней. То есть он примерно вот up to scale. Каждый эксперимент весом в пару Эйфелевых башен, если убрать из них лифты, то вот примерно вот это вот получается. И эти камеры достаточно быстрые. То есть возможно, что некоторые вещи уже сейчас, может быть, побыстрее, но технология развивается долго, технология, вернее, встраивается долго, поэтому сейчас разрешение примерно 100 миллионов пикселей, и мы снимаем 40 миллионов кадров в секунду, а записывать можем только 20, от 20 до 1000 кадров в секунду. Представляете себе, сколько там информации, и опять же, это будет будет рассказываться через 2 недели. Это я не буду показывать. Вот. И как же происходит финальный поиск частицы? То есть я пропустил все от столкновения протонов до финальной части. Финальный поиск частицы происходит следующим образом. Мы знаем, что рождается... Вот два протона сталкиваются. Мы знаем, что есть какой-то процесс, в результате которого рождается бозон Хиггса. То есть вот два протона, из него вылетает два глюона. Они каким-то образом обмениваются какими-то частицами. И вот он бозон Хиггса, вот он фиолетовый такой. Бозон Хиггса распадается на два Z-бозона.
И дальше каждый из этих бозонов, например, распадается на 2 мюона. Вот. Но проблема в том, что мы не можем поместить детекторы так близко к месту столкновения протонов, потому что он засветится. То есть там слишком большая радиация. Мы должны его немножко отодвинуть. То есть где-то начинается детектор, начинается на расстоянии нескольких десятков сантиметров и заканчивается где-то на расстоянии нескольких десятков метров от точки столкновения. И поэтому на самом деле мы не регистрируем сам бозон Хиггса, мы регистрируем только то, на что он распался, то есть вот этой части. Вот, и вот видно в детекторе только вот это. И нам по вот тому, что видно в детекторе, нам нужно восстановить, насколько что мы получили вот этот вот самый бозон Хиггса, искомую частицу. Так, я через 10 минут заканчиваю, наверное, или через 5. Да, все хорошо? Так, я пытаюсь запустить видео, и оно опять плохо запускается. Вот. Ну и как мы измеряем? Мы дальше строим массу предполагаемого бозона, потому что вот у нас есть масса, там, работая, как ни странно, на теории относительности, мы можем это все получить. И вот это вот как набирался в эксперименте Atlas статистика для разных. Каждая корзинка здесь это соответствует какой-то массе, померенной этих частиц. Красная — это какой-то шум, который мы представили. И вот он потихоньку поднялся, и посмотрите, есть штука, которая очень сильно выше, чем шум. И оказалось, что на самом деле, если присмотреться, она очень сильно пикируется, она находится именно в том регионе масс, где мы ожидали, ну, мы не совсем ожидали, но в том регионе масс, где было вероятно рождение бозона Хиггса. И действительно, бозон Хиггса был измерен, например, в этом канале, это 4-лептонный канал в Атласе, и он был измерен в районе 125 гигаэлектрон-вольт. Так. Вот, еще раз, то есть, что мы делаем, мы считаем инвариантную массу, стартуя отсюда, мы считаем массу бозона Хиггса, который мог бы распасться, и дальше ставим ее просто на график для каждой точку, кидаем в картинку и смотрим, что там произойдет. Вот, ну, таким образом, на самом деле, таких... А, он сам запускается. Каналов распада для Хиггса мы знали довольно много, потому что мы уже заранее подумали о том, что мы будем ловить. На самом деле было несколько десяток каналов распадов. Было два основных эксперимента, CMS и Atlas, которые скомбинировали все это вместе. И результатом этой комбинации стала Нобелевская премия 2013 года. Это первая Нобелевская премия, которую получили за открытие на Большом Large Collider. Получили, конечно, теоретики, а не экспериментаторы, которые это все открыли. Вот. И, соответственно, в 2013 году было официально объявлено, что да, мы вставили последний кирпичик в стандартную модель. Помните, да, мы уже вставляли последний кирпичик в стандартную модель в 1947-1948 году, и, в общем, получилось плохо. Вот. Ну вот сейчас вот еще один последний кирпичик вставлен. Кроме Хиггса, мы занимаемся, в ЦЕРНе занимаются многими вещами. На Большом Large Collider ищут разнообразные модели, ищут другие подтверждения стандартной модели, потому что мы все еще не уверены, как всегда, в том, что она правильна, а может быть, где-то там мы найдем какие-то отклонения. Вот. И оказалось, что, в принципе, стандартная модель, если присмотреться, вот это вот там вот был слайд про кварки, там все прочее, она на самом деле не запрещает мультикварковые системы. То есть системы, в которых есть, например, 5 кварков. Три образуют одну бесцветную комбинацию, и два кварк-антикварковые пары образуют другую бесцветную комбинацию. Если это все вместе слить, получается пентакварк, типа пятикварковая система. Вот. И охота за ними велась долго и напряженно. В общем, когда я начинал учиться в университете, уже тогда я получал рассылку от какой-то коллаборации, в которой глава этой коллаборации ставил бутылку шампанского, то если мы найдем вот этот пентакварк в данных. Но мы пентакварк этот не нашли. Вот. И вот здесь вот результаты разных экспериментов, не только небольшого Large Collider, а предыдущих экспериментов, в зависимости от года публикации. Вот 2003, 2004, 2005. Желтый означает, что эксперимент сказал, что он нашел что-то, синий сказал, что он ничего не нашел. То есть, в общем, было много экспериментов, которые что-то находили, много экспериментов, которые после этого все это дело опровергали. Вот, в конце, в 2014 году, эксперимент LHCb впервые нашел убедительное доказательство существования таких систем. Убедительное — это означает, что, смотрите, вот примерно вот так вот выглядит шум,
А вот здесь вот это вот весь пик, это вот весь, это все пентакварк. То есть уже, это уже не может быть, это очень трудно назвать флуктуацией, это очень трудно назвать, что там случилось что-то непонятное с детектором, скорее всего. Скорее всего, это действительно пентакварк. Но и мы действительно объявили об открытии пентакварка. Возможно, что когда-нибудь это все дело подтвердится, потому что, в общем, анализ довольно сложный, и было бы неплохо, чтобы кто-нибудь это все увидел. Другая многокварковая система называется кварк-глюонная плазма. На самом деле это даже не многокварковая система, это штука, которая, можно даже сказать, новое состояние вещества. То есть это, как вы помните, да, у нас кварки, они не вылетают из частиц изнутри, они как-то связаны внутри. А давайте сделаем такое состояние, которое, в которых нет границ между протонами. Как это сделать? Мы можем просто вот протоны сильно вдавливать друг друга, то есть как бы вот с очень большой силой. Как это сделать на большом нейтронном коллайдере? Мы можем взять ядро свинца, второе ядро свинца, и разогнать их до больших энергий и вот сдавить таким вот образом. То есть как бы получается, что каждый следующий протон в ядре начинает давить на предыдущий, и получается такой вот кусок, который очень сильно сдавлен. И на самом деле оказывается, что происходит какой-то переход. Мы ожидали, то есть ожидалось изначально фазовый, что будет виден фазовый переход. На самом деле мы пришли к критическую точку, поэтому сильного фазового перехода не было. Но мы знаем, что в каком-то месте начинает образовываться кварк-глюонная плазма. Больше того, мы научились сдавливать не только ядра, но научились сдавливать два протона таким образом, что они первоначальные признаки кварк-глюонной плазмы уже видны даже в протон-протонных столкновениях, потому что энергии очень большие. Ну и говорят, я, честно говоря, не проверял, что вот мы сейчас пытаемся перейти вот где-то вот здесь, эту границу. То есть вот эта фазовая диаграмма, здесь у нас адроны, здесь кварк-глюонная плазма, вот критическая точка, которая вот LHC вот где-то вот здесь вот пытается пройти, а вот здесь где-то находится вещество, которое очень похоже на то, что выглядит как нейтронная звезда. Но мы туда не дойдем с нашими технологиями пока что, по крайней мере. Есть ускорители, которые пытаются приблизиться, но они где-то на середине этой диаграммы, в том числе там ускоритель, который строится в Дубне сейчас. Стандартная модель точно описывает большинство из текущих экспериментальных данных. Мы с 70-х годов пытаемся найти что-то, что сильно не вписывается. Есть вещи, которые не вписываются, но обычно, когда ты что-то измеряешь, что-то не вписывается, приходят теоретики и говорят, ну, вот знаете, мы тут забыли, что они в 60-м годах, мы минус пропустили, и все нужно будет начинать сначала. Обладает хорошей предсказательной силой, то есть мы видели, что половина практически кварков, там половина частиц мы на самом деле уже смогли проставить. И самая большая проблема — имеет 19 свободных параметров. Это, конечно, не так много, потому что мы описываем весь мир, 19 свободных параметров. Но, с другой стороны, это и плохо, потому что получается, что для того, чтобы описать мир, нам действительно нужно подстроить эти все 19 параметров очень точно. И это одна из проблем стандартной модели, которую я сейчас через один слайд скажу. Что еще делается в коллайдере? Мы ищем эффекты, которые не описываются стандартной моделью. Она называется поиск неизвестных вещей, то есть новой физики. Значит, когда мы говорим, что мы ищем новую физику, это не значит, что мы такие сумасшедшие, это мы говорим, что новая физика, которая не описывается, это физика, которая не описывается стандартной моделью. И есть два типа поиска новой физики. Например, существует ли четвертое поколение кварков? В принципе, на самом деле, если вы посмотрите в 90-х годах книжки, все говорили, что, конечно, нет. В начале 10-х годов все говорили, конечно, может быть. И в Большом коллайдере было специально много групп, которые работали над поиском четвертого поколения кварков. В общем, пока не нашли ничего. И чем хорош, то есть что они делали? Они представляли себе, как четвертое поколение кварков может распадаться на другие кварки, на третье, там что-то еще такое, и думали о том, как это все ловить. То есть если бы они что-то нашли, они точно бы нашли именно четвертое поколение кварков плюс-минус какой-то шум. Но, конечно, проблема в том, что ты заранее думаешь о какой-то модели, которую тебе нужно применить. Второй вариант, что делается, это непрямой поиск новой физики. То есть мы знаем, что есть стандартная модель, она что-то предсказывает, но мы строим такой точный эксперимент, который по точности может исключить предсказание стандартной модели. То есть мы знаем, что есть какая-то дополнительная штука, которая должна дополнительный эффект.
скажем так. То есть вот мы, например, находим распад B в 2 мюона, в стандартной модели вероятность его 3 на 10 минус 9, а мы измерили 5 на 10 минус 9. Значит, что есть что-то, что мы не понимаем в стандартной модели, либо мы дополнительно должны добавить вот эту вот самую новую физику. Вот. Ну и ради примера, вот как мы это ищем, например, это асимметрия между материей и антиматерией, рождающейся на коллайдере. Вот смотрите, вот здесь вот один пик, вот здесь вот другой пик, они разного размера. Это честная асимметрия между материей и антиматерией. То есть мы пытались таким способом объяснить, почему у нас есть... То есть материя здесь в коллайдере после того, как мы сталкиваем два протона, материя оказывается больше, чем антиматерия, и мы говорим, конечно, это из-за того, что у нас есть какая-то новая физика, которая отвечает вот за вот эту асимметрию между материей и антиматерией во Вселенной. К сожалению, сейчас то, что вот мы померили, оказалось, что это ровно стандартная модель, но вот в качестве примера такой вот есть. Ну и у стандартной модели, конечно, есть проблемы. Значит, то, что я говорил, это очень тонкая настройка свободных параметров. Для того, чтобы получить наш мир, нам нужно очень сильно точно настроить свободные параметры массы, всякие константы взаимодействия. Это все должно быть настроено. Если как только мы начнем перенастраивать, начнутся проблемы. Трудности включения гравитации и... Очень много мнений, что, возможно, что какие-то не очень преодолимые, по крайней мере, в нынешних ситуациях, с включением гравитации в стандартную модель. Проблема с включением массы нейтрино, то есть масса нейтрино мы знаем, что есть, и она вроде как входит в стандартную модель, когда ты говоришь на конференции, говоришь, я там типа знаю, что масса нейтрино там маленькая, есть, но маленькая. Они говорят, ну это все знают, то есть типа, но при этом как вписать эту стандартную модель, в общем, то есть как бы есть вопросы, то есть мы не можем точно включить туда эту стандартную модель. Плохое описание преобладания материи над антиматерией. Это важная часть. Мы живем в материальном мире, но в большой взрыв, по идее, как мы считаем, там должно было быть и материальный, и антиматерия, и материя, и антиматерия родиться примерно в одинаковом объеме. Но антивселенной мы не видим. Куда бы мы ни смотрели, ничего не видно. И, соответственно, мы живем в каком-то мире, который исключительно Вселенная, то есть исключительно состоит из материи. Куда делась антиматерия, мы на самом деле не знаем. Вот. Единственное объяснение, которое есть в стандартной модели, из-за кварков, микрокварков, она промахивается аж на 10 порядков по эффекту. Вот. Ну и проблема, что нет кандидатов на темную материю, то есть они есть, их много, но ни один из них не является нормальным кандидатом, то есть у них у всех есть какие-то проблемы. И есть кандидаты, которых мы не знаем. Вот. И, конечно, мы ничего не знаем про темную энергию, это вообще какой-то отдельный мир, который мы не знаем, я даже не очень уверен, что мы сильно много изучаем это все дело, потому что мы даже не знаем, как к чему приступить. Вот, в будущем, мы сейчас находимся вот здесь, последний слайд. Мы сейчас находимся вот здесь, это вот 2018 год, это количество данных, которые мы получаем. И вот где-то до 38-го количество данных будет увеличиваться, ну, не экспоненциально, а немножко медленнее, чем экспонента. Но, в принципе, достаточно быстро, чтобы мы каждый раз получали новый набор, который нужно было бы заново анализировать, может быть, мы там что-то еще найдем. Где-то в районе... То есть вот 25-26 года будет самое интересное, когда мы перейдем на вот такое очень высокое количество данных, набираем их и посмотрим, что там происходит. И заключение. Да. Текущая стандартная модель — мощный инструмент, я надеюсь, вы видели, да, для предсказания эффектов физики. И тем не менее, она имеет ряд важных недостатков, которые я рассказывал только что. И не забываем о том, что мы уже строили много раз стандартную модель, она вроде как уже почти готова была, и каждый раз там что-то оказалось не так, причем настолько, что она очень сильно разрушалась полностью. И большой адронный коллайдер продолжает работать в поисках эффектов, не описанных в стандартной модели, то есть новой физики. Все, спасибо.